чаюшка, крыжовник набрал. Перебирает, варенье будет варить. Полный был. Он уже перебрал, как меньше половины осталось. 3-литровый бетончик полный набрал. Ты мой хорошая умница. Работай, работай. На пенсии надо работать. На хлебнице здесь сидит. А? Рогатая, усатая. Мух! В крыжовник забрала. Повернитесь, пожалуйста. И улыбку. Я вас слушаю внимательно. Нечего небритым лицом таким смотреть, не улыбающимся. Что будешь делать? Рассказывай. Буду варить варенье из кружовника. Кружовника. Что сейчас ты будешь с этим кружовником делать? Ну-ка расскажи. Сначала надо взвесить. Сначала надо вымыть его как сначала следует. Сначала надо взвесить, потом помыть. Да? Да. Кого я взяла сучить? И что вы сейчас делаете? Весы готовлю. Каким образом? Батарейки ставлю. Да. Помягче, помягче голос-то. Для непонятливых. Помягче голос. Не могу. Не могу. Будете грубить, будешь готовить каждый день. А кастрюля сколько весит? 700 грамм. Да. Ровнее, ровнее выставляй. Без подсказочек, пожалуйста. Да что вы говорите. Ну? Ну, получается 2200. И сколько будет сахара туда? Ну, один к одному. Крыжовник он... А надо... попа? Какая? Которая слипается. Нет, крыжовник он кисленький, поэтому делать надо один к одному. Так вот 1,5 килограмма сахара вполне достаточно. Не верю. Зимой плохо сохранится. Да? Да. Давай попробуем. Ну, виновата будешь. Нет, ты. Нет, варишь ты. Я заэкономлю. Во-первых, этот сахар, он не для варенья. А... Да хоть бы побрился для фильма-то, а? Не 2 килограмма сахара. Сейчас это мы помоем крыжовничек. Сварим сиропчик. Каким образом будете варить сироп? Засыпем сахар в водичку, добавим и сварим. Сколько водички? Смочить сахар и на медленном огне, помешивая, довести до кипения. Чем ты смочишь сахар? Коньяком? Водичкой. Ясно. Какие-то кастрюли допотопные достал. Наверное, еще с молодости. Это кастрюля... Ковшик там есть современный. Там дырочки мелкие. Грязь не проходит. Ну, понятно. По-мужски, по-армейски. Вон, видишь? Проходит грязь. Тщательнее мойте, пожалуйста, чтобы никаких микробов не было. Микробы все изничтожатся при кипении. Ничего не знаю. И с накипью. Накип бывает только, когда мясо варишь. А здесь пенка, а не накип. Это, по-научному это... Накид. Ты в детстве любил пенку? Обязательно. Ну так вот. А ты сейчас мне советуешь, чтобы там грязь была. Патрик, иди объясни своему любимцу, как надо промывать крыжовник. Первая пошла. Ага, вон сколько там грязи. Не грязь, это видно с этих. Ну вот как вы считаете, это грязь или не грязь? Это что это? На чем это, видите? Это все отмывается. Это когда чистили, некоторые, видно, пропустили. Я даже не знаю, кто это. Можешь помогать, не буду. Потому что я видел,
как вы бросали. А ты рукой, на руках. А вы же знаете, вам делать замечания – это без толку. Да. Лучше промолчать. Отрабатывай пенсию, да, отрабатывай. И шустрее. Нет, не скажу, но подумаю. Да? Да. Откуда бидончик ты этот принес? В подвал. Откуда? Ну, в подвале у нас и был. Да? Да. Кто-то подарил тебе, что ли? Да. А вот это вот что вообще такое? Крыжовник, что это? Вот это. Какой-то больной. Не надо это. Не надо его. Жалко, не видели, как он... Я же нашу снимет, поэтому рот я... Открой. Рот открой. Быстренько его. Витамин. Витамин. Экономист, елки-палки. Вот. Ребенок вот в том яблочке, вот в том, вот там яблочко, и должны лежать вкусняшки. Вкусняшки должны лежать для Патрика, а там нет. А он стоит и ждет здесь. Наверное, там... Я сказал бы. Вот ждет, ведь ждет, вот ждет. Некоторые забывают. Ждет мальчик. Скажи, вкусняшку хочу, да, Патрюша? Ждет. Скажи, я помогал? Дайте вкусняшку. Так, крыжовник готов. Сейчас будет вымыта кастрюлька. Туда насыплет сахару любимый муж. Капну две капли воды. Ай, сейчас ты мимо все прольешь. А вот это, подожди, посмотри. А зачем у тебя там чашка стоит? Для водички. Так. Сколько водички? Это четверть чашечки где-то, чтобы смочить. Еще больше налил, чем четверть, да? Да. И все. Должно хватить чашку. Ну вот. И что теперь? Теперь будем варить сироп. Ну вот, песочек. Весь смочился, поэтому можно спокойно варить сиропчик. На каком? На сильном огне или на каком? Ну, для кипения, а потом... Нет, огонь какой должен быть? Средний. Или маленький? Средний, чтобы закипело быстрее. Чем мешать-то будешь? Размешивать сахар чем будешь? Лопаточкой. Лопаточкой или ложечкой? Нет, лопаточкой лучше. А чем? У тебя вон там ложка есть деревянная. Лопаткой лучше. А там ложка достает. Ох,
Жук хитрый, это он специально врет. Вводит в заблуждение. Вас введешь в заблуждение. Заело. Ребенок вкусняшку хочет. Ну-ка покажи, что за вкусняшки ты ему даешь. Вот так вот. А какие конфетки покажи даешь? Понял, Патрик, чем тебя кормить сейчас будут? Вкусняшками. Ты согласен? Вот вы сегодня с папой одинаковые. Ты не причесанный, а некоторые тут, которые тебя таскали на улицу в таком виде, на мокроту, не бритые. Некоторого вы припахали целый день, еще как пчелка тружусь. Ой-ой-ой, вас припахивать можно разве? Да. Помелче, помелче. Нет, это мой ребенок, и нечего тут мне командовать. Да? Да, Патрюш, обделяет она тебя. Иди сюда, кушай, пожалуйста. Вот так вот. И нечего тут команды раздавать помельче. Так, сахар растаял, сиропчик готов. Можно высыпать покажи ягодки. Покажи на ложке, какой сироп. Ну, да, жидкий, действительно. Высыпать ягодки. Сколько было вес ягод? 2200. А сахара? 2. Ты будешь сразу варить или за несколько приемов? За несколько приемов. Эх, жалко, нет вишневого листика. Получается крыжовник, как вишневое варенье. Взять негде. И что, ты добавил газ, что ли? Да. А зачем? Чтоб закипело быстрее. Чтобы закипело быстрее. А если подгорит? Для этого надо помешивать, чтобы не подгорело. Помешивать. Это значит, я тут должна помешивать стоять, а ты в окошко будешь смотреть, да? На дождик дай посмотреть, подышать свежим воздухом. Все, не надышался. Да. Так. А это вот что вот такое я обнаружила здесь? Что за брак? Что это такое? Да что за брак? А я такое знаю, что это. Вот это что? Ну, не знаю. Это не моя, это твоя работа. Да? Да. Да ты плохо чистила. Пропустила. Так вот. А такая не пропускает вот эти тоже ягоды. О, они белеют, ягодки-то. Из зеленых в белые превращаются. Патрик, а что ты гавкаешь? Если там глупые собаки гавкают, ты решил их поддержать, да? Огонь уменьшил совсем. Теперь вот какие ягодки. Муж подозвал и говорит: смотри, с
Сердечко из лужи. И правда сердечко. Дождь и дождь и грязь. Смотрите, как развозили всю дорогу. Жуть. Одни лужи и колдобины стали на дороге. А здесь сердечко для меня. Ну вот, на маленьком огне. Кипит. Пенка не образуется на варенье уже. Ну, чуть-чуть совсем. И вот так кипит, булькает. Вот как раньше мама меня учила, чтобы варенье было готово, как проверить. Говорила, на ноготок капнуть капельку. Если она не растекается, значит готова. Вот я проверяла, сейчас еще раз проверю. Не растекается, значит готова. Еще чуть-чуть и все. Буду выключать варенье. Газ буду выключать, конечно, варилась. Не варенье. Ровно 55 минут. 2 килограмма ягод и 2 килограмма сахарного песку. Какого цвета стало? Была зеленая, а сейчас такой цвет красивый. Утром посмотрю, надо будет доваривать или нет. А сейчас выключаю. Вот столько получилось варенья. Из 2 килограмм ягод и из 2 килограмм сахара. Спасибо. Очень вкусное варенье. Вкусно. Спасибо. О. Из крыжовника варенье.